Прототип Настасьи Филипповны из романа «Идиот», роковая женщина Федора Достоевского, Аполлинария Суслова, могла войти в историю как королева расставаний, но, к сожалению, ее немножко не хватило. Однажды она влюбилась в горячего испанца по имени Сальвадор. Это был болезненный роман, и закончился он тем, что Сальвадор бросил Аполлинарию, получив от нее то, что он хотел. Бедная девушка долго страдала, плакала и даже подумала наложить на себя руки. Но потом взяла себя в эти самые руки и решила, что так дело не пойдет, и написала своему бывшему любовнику письмо, в котором отметила, что услуги, которые он ей оказал, должны выполняться либо хорошими друзьями, либо за них полагается платить деньги. И поэтому она прикладывает к письму небольшую сумму, с помощью которой хочет облагодарить его за сервис. Сальвадор не ответил на это письмо, и если бы Аполлинария на этом остановилась, то, наверное, она была бы отомщена как следует. Но, увы, ее выдержки не хватило, она написала ему еще одно письмо, еще одно. Он проигнорировал их все. Так что, девочки, запоминаем первое письмо. То, что делала Аполлинария дальше, так не делаем.